Родители дошколят переживают, что их дети не попадут в первый класс. В 36 образовательных учреждениях Иваново в субботу 1 марта стартует прием заявок для первоклашек. Директора школ рапортуют, мест мало. В редакцию нашей программы обращаются обеспокоенные жители города с просьбой разобраться в ситуации. В прошлом году в третьей школе было 4 первых класса и 100 человек поступило. В этом году в третьей школе уже открывается только 2 первых класса, потому что нет учителей. А первоклашек 100 человек, поэтому боимся, что не поступим. Мы первый класс. Очереди на подачу заявлений в регионе не редкость. Чтобы их избежать, в этом году управление образования принимает документы от родителей еще и в режиме онлайн на сайте госуслуг. Первыми систему опробовали в 30-м лицее. Мест для первоклашек там 50. Заявлений было подано 62. Очередей избежать все равно не удалось. Мы пришли с Еленой Анатольевной, с директором в школу около 7 часов в этот день, 22-го. Вот. Ну, безусловно, как бы уже желающие были. В общем-то, они организованно прошли в школу, вот уже где-то половина восьмого они были у нас в рекреации в вестибюле, вот, в общем-то, посидели, отдохнули, в 9 часов мы начали прием. Живую очередь обслуживали 11 обученных заранее операторов. Увы, система подачи заявлений несовершенна. Зачисляются дети, чьи родители успели первыми подать заявку. Обязательное условие – наличие прописки или временной регистрации на микроучастке. Мы принимали посетителей, будущих наших, родителей будущих наших первоклассников. Довольно-таки все было очень организовано. То есть практически у нас каждый из операторов, мы будем так называть наших учителей, это были учителя начальных классов, они принимали по 5-6 человек. То есть за короткий промежуток времени было принято очень большое количество. Родители отнеслись к электронной очереди настороженно и предпочли продублировать заявку, придя лично. В управлении образования нас уверили, что все дошколята будут приняты в школы. Если мест хватать не будет, директорам придется открывать дополнительные классы. Дети, которые не будут приняты в образовательное учреждение, они приходят в управление образования, и мы даем направление в те школы по месту жительства. Стараемся как раз именно в те школы, которые находятся рядом. Ни одного ребенка без школы мы не оставим. Родителям на выбор предоставят несколько мест. Информация о вакантных регулярно обновляется на сайте администрации. Напомним, рассмотрение заявок, поданных 1 марта, занимает 4 дня. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.